Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок на аккаунтах уже другого моего подписчика Тимофея. Первый его ник Белизи, вот так вот он называется, находится в гильдии Медведи Матрешки. Так вот, ВК Медведи Матрешки 2, пропуска БГКик, Б4, 18.00 МСК. Первые, вторые места, кидайте заявочки, вступайте, это тайванский сервер. Выбили ему алхимика. Так, показываю еще раз мега имбовые акции на китайке для бездоната. Почему мега имбовые? Потому что вы можете за карты, которые накопили, тратить и получать офигенные плюшки. Вот так вот. Аккаунт у нас тоже бездонатный. Поехали, посмотрим, что у него вообще творится, кого нет. Героя много нет. Да, очень-очень даже много нет. Он идет к успеху. Так, окей, let's go, бум, смена есть, поехали, будем на стрелке это все дело делать. Так, сразу же падает нам. Давайте, кстати, посмотрим его героя вообще, что у него есть. Ну, конечно, с предыдущими аккаунтами, который я показал, для бездона, я вам скажу, очень и очень неплохо. Так, тыковка уже со скином, поставим вот так вот, потестит, попробует. Смотрите, сколько пятерок есть. Да, аккаунт, конечно, неплохой. Может, что-то имбовое вытащим ему? Еще один купидончик. Смотрите, пятерки. Ужас. Живут же люди. Окей. Поехали дальше. Я что-то сегодня ролил, и, честно скажу, не особо я был. Не падает. Не падают как-то пятерки. Понимаю, конечно, что за смену разбросик. Но, блин, на девятке он будет мега эпическим. Вот кому его поставить здесь? Вопрос. Вариант одержимый. А ну-ка, черепа у него с чем? Тут утикаха. Че, один только череп? Блин. Блин. Тоже с утикахой. Блин, я бы на черепа, наверное, поставил. Одер с коркой. Либо хрону. Но вряд ли он будет девятку хрону разбросу качать. Давайте поставим здесь. А душика у него тоже нет, да? Да уж. Душика я тоже не вижу. Может, в алтаре есть. Блин, душек в алтаре есть, а че он его не открыл? Только сейчас посмотрю в судьбе. То ли я втыкаю. Не, у него он не открыт. Все решено. Открываем душекуба ему. Не знаю, что он держит карты. Видите, все-таки правда, надо было открыть душегуба ради такого дела. Так, будь здоров, можете написать в комменте. Что-то, блин, аж нос закрутило. Вроде пить не должен. Так, поехали назад на стрелка. Что-то я часто начал чихать на видосах.
Блин, ну у него тут ситуация не такая уж и плачевная. Не, ну нафиг, буду на стрелке ролить. У четверки нету смысла кому-то ставить даже. Вот не падают пятерки, блин. Подстава какая-то. У меня, блин, падали пятерки. У-у-у, берс. Ну что, я ставлю, наверное, тыковки. Захочет, прокачает, хотя изначально я бы потестил. Может, талантик будет получше, чем берс. Такс. Стрелок. Let's go. Ну, стрелок, давай. Удиви. Ай. Так, это идем на допов. А у него тут и допы неплохие. Живут же люди. Ну тут, конечно, получше падает. Четверка не надо. Блин, ну куда это все упихать? Ну реально. Просто тупо некому. Ниндзюку поставлю. Чё ж не топовый талант? Просто жесть. Как так можно? Ну, в любом случае, это лучше, чем ничего. Сказал я себе и выбрал ракушку. Вдруг кому-то когда-то она понадобится. Корка. Блин, ну корка, ну чё за таланты падают? Просто жесть какая-то. Ставлю тут. Горгул с утеканием, это, конечно, интересно. Наконец-то, блин, хоть что-то упало нам. Действительно толковая. Бог войны. А кому его ставить? Дед, череп. Малышник как вариант. Наверное, все-таки остановимся на малышанике. Варлок. Я не знаю, варлок, думаю, потом. Лучше на малышанике. Получше будет, думаю. И более сможет на битве гильдии на добивание использовать. Так, еще нам две смены и... Можно смело топать, забирать топовые плюшечки. Вот так вот. Забираем все плюшки.
Говорим спасибо рандомчику. Ну, здесь хотя бы пятерки нормально упали. Вот так вот, ребят. Это рай для бездонов. Что, поехали на второй аккаунт? Так. Блин, надо еще у себя тоже будет потестировать. Так, второй его аккаунт, зомби-код. Та же самая гильдия, еще раз покажу. Матрешки и медведи и матрешки. Пропуск Абакакикбу, 4-й, 18.00 МСК. Тоже бездонатный аккаунт. По героям. Здесь даже получше, чем там, что ли. Башка есть. Не, ну, в принципе, где-то приблизительно такая же ситуация. Там даже получше. Хотя и тут есть и Анубис, и Фрея. Как для бездонатных аккаунтов реально круто. Так. С этим мы разобрались. Поехали посмотрим Берриком Талантики. Даже такой вот вариант. Неплохо, я вам скажу, как для двух бездонатных аккаунтов. Вот тут воодушевление. Еще топчик. Да, неплохие, неплохие аккаунты с пятерками, ребята. Вот посмотрите, без доната все. Круто. Та же самая акция, поехали. Поехали. Ехали медведю на велосипеде. Да, тут даже покруче все. Тут у нас, как видите, будем еще самики тратить. И сразу же берс. Кому его ставить? Ну, вариантов я тут не знаю. Не вижу, честно говоря. Поставить на... Давайте поставим на тассу сюда. Мохнатки нету. Ну, больше таких вариантов я тут не вижу. Так, ну там, в принципе, удачно заролили. Живо сразу падает огонь. Ставим на будущее. Поехали дальше. Неплохо, это мне уже нравится. Блин. Прикольно. Уже посмотрите, вот вам бездонатный аккаунт на китайке. Посмотрите, пятерки, пятерки. Это просто читер. Неплохо, неплохо на двух аках. Такое выбить. Так, ну утикаха четвертая, блин, не то. Пятерка была бы. Так, выживание. У него и тут вообще на архидемона что-то. Тут ТУшка стоит. Живо. Ставлю ТУ. Да что это такое, блин, ну реально круто. Блин, я не знаю, баст ложный стоит. Поехали, пробежимся. Афинка. Ну, я смотрю, Бигфута, наверное. Тут уже семерка вкачанная. Из таких вариантов, наверное, все-таки поставим на Бигфута. Блин, ну круто. Пятерки, конечно, сыпят просто. Настолько рандомчик бывает разным, ребят. Там нифига не падало, тут пятерки через раз. Так.
Кого он там будет качать? Дальше смотрим. Да не катит. Поставлю малышу Нику. Хорош, хорош. Это мне уже больше нравится. Так, троечка, что у него там есть? Ставим сюда. И вернемся обратно на стрелка. Круто. Кому еще вцепим? Можно сюда, в принципе, на Рину. Так, что у нас там по сменам? Еще 12 смен надо сделать. Как раз. Тут, конечно, без вопросов круто получилось. Просто жесть. И огненку вытащили. Так, тут стойкость у нас. Баст. Каменка. Блин, хрон вариант. Либо же Рину. Я бы, наверное, Рину даже поставил. В его случае. Поставлю пока Рину. Арену более будет. У него там хрон. Сейчас по сути хрон-то огненка на нем. Арену лучше обуть. Замедление. Офигеть. Просто офигеть. Так, я думаю, мы там собрали уже. Да, отлично. Оставим ему замедление, он уже там определится у себя по героям, кому поставить. Вот так вот. Вот так вот. Ну, что я могу вам сказать? Вот такой вот роллинг, вот такой вот у нас трешачок на китайке происходит, поэтому хотите играть без доната, валка, терпение, и все будет. Точно так же. Все, всем удачи, всем пока, я побежал дальше.